Так, у нас тут сегодня вот такое развлечение подмосковное. Кидаем в палку в неокрепший лед. Блин, я не попал. Воткнулась. Да не туда. Я заметил. Да, иди спускайся, сейчас скупнешься заодно. Вон там встанешь и прям под воду пойдешь. А там нет воды? Есть. Да. Причем сразу полметра, наверное. Насколько отчаянный школьник туда залезет. Так, значит, лед немножко крепкий. Давай, ладно. Вылазь. Кирпич. А мы тут гуляем вот в таких оврагах. У нас тут уже окончание зимы. Все начинает таять. Мы находимся на Карпятнике. Такие тут красивые виды. Все уже начало таять.